серебряными колодцами край, над птичьим ором и кошачьим раем, и раскаленной сталью гаражей над городом, чумазом и нелепым, святой Франциск прилаживает к небу благую весть для галок и стрижей. И луч горит в его ладонях старых, а мы, как дети, ждущие удара, мы втягиваем головы, снуем. Мы злые камни, мы немые звери, мы речи человеческой не верим, мы слов твоих наивных не поймем. Но ты попробуй выдумать по новой и огорошить невозможным словом. Здесь тишина, как лезвие меча. Зови всех нас по рыбе и по птичьи. Нас мучат немота и безязычие, как птицу невозможность закричать. Всем нам таким приличным и умытым, долби, как дятел, босоногий ритор, что мы темны, убоги и смешны, что мы сидим в своей норе отхожей, а март идет смеющийся прохожий, как знаменосец будущей весны. Иди, тугую землю согревая, таря тропу размокшую дарая, и пяткую босой толкая твердь, и небу проповедая и тверди, и детям, и твари проповедуя и тверди, и небу, что оно сильнее смерти, и детям, что они обманут смерть. Если я сумею, то я тебя научу, как идти босиком по солнечному лучу. Осторожно, он острый и светится, и дрожит над Лангеллом или над пропастью Леваржи, над ручной бездной, над всем, что тебя ведет. Золотистый свет, голубой ненадежный лед. Мне бы вместо рук сияющие крыла, чтобы я тебя подхватила и увела в наше лето, где каждый камешек освещен, и рассветы, и кони, и что ты любишь еще. Осторожно, по свету и золоту, шаг в шаг, так что время застыло, не слыша и не дыша, так что руки к тебе протянутые струной, ты дойдешь, и рассыплется луч за твоей спиной. Тут задавала «Серебряный век» и написала стихотворение, ну, каким-то образом с этим связано, или, не знаю, подумала про них всех. Невская сталь, петербургская медь, пепел решетки, молчание, смерть, лестница в яркой серебряной пыли, нищенка, дура, трещотка, ответь, ты ли поэзия, ты ли? Ты ли манила, олела, лгала, и занавешивала зеркала, и закрывала глаза ладошкой, жаловала ледяной волной, пурпуром ладаном сединой, пулей да ягодою морожкой, падая в темноту, мне как царевичу на лету, сказочной оголодавшей птице, скармливает суточный свой улов, преданность, ненависть и любовь, все, что шевелится и боится. Бездна, впитавшая столько лжи, каменный мой истукан, скажи, грубый божок, ненасытный ящер, душу на буквице променяв, что мне останется от меня, что мне откликнется настоящим, падая в тишину, дай мне запомнить тебя одну, росчерком светлым, рекой рябою, ту, что не вспомнишь и не спасешь, ты оправдание мое за все. Страшное, ясное, будь со мною. И последнее, а то уже загрузила время. Иоанн Мечтатель, тебе говорили с детства, мол, негоже мужу застенчивым быть и кротким. Ты вытаскивал рыбу, казалось, у рыбы сердце, и дрожит и грохочет о черное чрево лодки. Ты боялся гор, ведь однажды тебе приснилось, люди влезли на гору и с неба стащили солнце, и связали, и бросили в пропасть.
Оно светилось, как огромная рыба, чье сердце о лодку бьется. А потом погасло совсем. Ты проснулся в страхе и подумал, что это, наверное, случится вскоре. И когда на краю села залились собаки, ты пошел и увидел, как солнце идет из моря. А потом увидел не солнце, а просто странник, вроде даже сосед. А плащ голубой и грубый, ты ушел за ним, и странное слово «Равви» обжигало душу, из непривычки губы. Ты боялся гор, но на эту взобрался первым, и стоял под крестом, не замечен никем, не понят, и казался себе ни щитом, ни мечом, а вербой или рукописью, прорастающей из ладони. Ты старался писать монотонно, чеканно, строго, отрабатывал отступления и диалоги, но когда ты тщетно пытался представить Бога, видел только солнце на влажной ночной дороге. И еще приглашаю всех вот 14-го на концерт, там будет Аня читать, я буду читать, Алтухова читать, еще много кто будет читать, и там еще четверка великих, как я и сказала, Алтухова что-то невеликие не читает. Еще приходите, вместе действия, вход свободный, там пожертвования кто хочет приносите. В 7? В 7 часов, да. Есть афиша. Да. Спасибо, Мария. Афиша есть, у нас тоже в группе будет информация рекламироваться, предварительный концерт. Сейчас, ну, у нас Окса. И испанец. А? Я подключила, но что-то ее не слышно. Не очень слышно. Давайте я пока... Здравствуйте. Я пока сделаю тоже анонс. Может быть, кто-то из вас читал в интернете или слышал про Инну Бондарь? Это певица просто совершенно замечательная, чумовая.